Здравствуйте, я Максимова Евангелина. Мне 8 лет. Учусь в 1-м Б-классе в средней школе номер 1. Автор Успенская. Три друга закадычных Альберт, Николка, Маркс учились на отлично, в один ходили класс, удили вместе рыбу, пускали корабли. И жить еще могли бы, себя не сберегли. А время-то лихое, беда пришла в страну. Отправились все трое мальчишек на войну. Не сахар жизнь солдата, бомбежки, пыль, туман. Помощники ребята советских партизан. Сражаются три друга, мальчишки-храбрецы. В жару и в холод, в югу, как взрослые бойцы. В далеком 43-м фашистам казнены. Мальчишки эти, дети, защитники страны.